Основной торговый павильон мытного рынка закрыт по решению суда на 90 суток. Ранее специалисты регионального Роспотребнадзора выявили на торговых площадях многочисленные нарушения. Приставы вручили представителям администрации рынка постановление суда, после чего помещения были опечатаны. Продавцам пришлось спешно покидать свои прилавки. На рынке отсутствовала социальная разметка, не обеззараживался воздух бактерицидными облучателями рециркуляционного типа. Сотрудники рынка были допущены к работе без термометрии, а также нарушался дезинфекционный режим.